Антона Никеев – один из первых среди друзей, прививается от коронавируса. Уколов, признается парень, не боится. Да и понимает, это необходимо для здоровья. Родители вакцинировались уже давно. Плюс школьник планирует поехать в Россию к сестре, с которой не виделся с начала пандемии. Я себя чувствую хорошо, прививался, было даже не больно. Как комарик укусил, как все говорят. Коронавирусом я не болел, но были похожие симптомы, но это оказался не коронавирус. Обращаться за прививкой нужно в поликлинику по месту жительства. Также работают выездные бригады в учреждениях образования. В 34-й школе вакцинируют сразу 18 учащихся. До этого все родители подписали согласие. Это обязательный этап процедуры. Первым делом – осмотр врача. Ребенку измеряют температуру, слушают легкие. Затем отправляют на антиковидный укол. Используют китайский Верацел. Вакцина очень хорошо переносится как взрослыми, так и детьми. Но, конечно, все мы не застрахованы, и у каждого может быть какая-то реакция. Значит, может быть головная боль, может быть повышение незначительной температуры, может быть слабость. В данном случае рекомендуется дать жаропонижающие препараты, ну и обязательно обратиться к врачу. После процедуры в течение получаса за школьниками наблюдает врач, только потом отпускает домой. Вторая доза препарата спустя 21 день. Детям, переболевшим COVID-19, с прививкой следует повременить. Вакцинироваться можно только спустя 6 месяцев после выздоровления. Детская иммунизация началась еще на прошлой неделе. В Бобруйске первый компонент получили уже 77 подростков. Медики акцентируют на важности вакцинации. В группе риска школьники с определенными диагнозами. Можно записать подростка на вакцинацию? Сюда относятся ослабленный иммунитет, нарушение обмена веществ и хронические заболевания. Более 40% случаев коронавируса среди детей приходится на подростков от 12 лет. Врачи отмечают, болезнь может протекать тяжело и даже потребовать госпитализации. Дети являются активными переносчиками данной инфекции. Они встречаются со своими родителями, с пожилыми бабушками, дедушками, с иными родственниками, посещают учреждения образования, иные формы занятости, кружковые работы. Поэтому необходимо просто привить и защитить детское население, а также предотвратить распространение и минимизировать риски заболевания среди более возрастного населения. В Беларуси первую дозу препарата получили почти 2000 ребят. Прививочная кампания ведется и в других государствах – США, Великобритании, Украине, Китае. Совсем недавно в Португалии и Франции начали делать антиковидный укол населению от 5 до 11. Детская вакцинация может усилить иммунную прослойку и не допустить всплесков последующих волн коронавируса. Карина Гуревич, Максим Галионко, Бобруйск, 360.